Для развития внимания я вам предлагаю вот такую замечательную таблицу. В этой таблице геометрические фигуры. Прямоугольник, флажок, круг, звездочка, полукруг. И предлагаем ребенку три цвета вот таких кругов. Желтый, красный и зеленый. Мы усложняем задание, это будет уже третий уровень игры. Первый уровень смотрите в предыдущих видео. Итак, первый круг будет обозначаться желтым цветом, второй круг красным и третий круг зеленым. Показываю на примере. Первый круг ребенок ищет. Первый желтый, второй красный, третий зеленый. Дальше ищем первый желтый, второй смотрим красный, третий зеленый и так далее. Первый желтый, дальше второй красный, третий зеленый. Так мы ребенку развиваем внимание.